Ой, ну что, друзья, всем привет или доброе утро. Посмотрите, где мы сейчас находимся. Находимся в горах. Нет, я вам потом скажу, где именно. Но снег выпал, еле чищенная дорога. Здесь, конечно, чистят очень редко. Светофоры стоят постоянно, как будто здесь что-то ломается. Вчера машины валялись, теперь, блин, светофоры ломаются. Ну, здесь нормально в этом месте. И, в общем, мы сейчас будем подниматься высоко. Хочу вам показать очень интересный вид. Вы еще такое не видели, потому что множество очевидцев, которые смотрят мой канал, ну, они моментами понимают, моментами нет. И сейчас мы будем проезжать даже, друзья, водопад. Ну, до него еще, конечно, идти придется. Но суть в том, что... Может, по видеосюжетам вы поймете, где мы находимся. Так что мы начинаем наше удивительное приключение. Ну вот, мы уже едем. Посмотрите, весь мост или что от него. Ну, не мост, скорее всего, дорога здесь. Что-то всегда происходит. Но вот, смотрите, водопад. Наверное, поймут меня правильно, где мы находимся. Почитайте, друзья. Так, ну вот, мы проезжаем. Здесь, кстати, мост есть. Но я не советую вам платить, потому что крахоборы мост построили в Советском Союзе, кстати, государство. А здесь приватизировали этот мост. Ну, можно с ними ругаться. Они вас и так пропустят, потому что на основании какого фига вы должны платить им деньги, чтобы пройти туда. Представляю, вы платите деньги им, а потом там кушаете, живете. Я вообще в афиге просто. Просто люди какие-то крахоборы. В общем, не платите, надо обходите. Потому что вы пройдете через этот мост, вам еще идти, и идти будет еще далеко. Но это полбиды. В общем, мы сейчас поднимаемся. Очень интересный такой момент сейчас будет. По названию... Ты можешь... Москвичи приехали, походу. Они нас здесь задымляют. Они вон, ух ты, здесь вот опять что-то произошло. Тут всегда происходит что-то. То машины ломаются, то тормоза отказывают. Ну, в общем, нормальное явление, которое происходит здесь. Еще бы полицейские бы засняли, я бы показал бы на видео, что они тут вообще оборзели. В общем, кто, наверное, знает, здесь есть, друзья, казачий камень. Ну, там такие придумали истории, я так думаю, что этот камень, короче, упал оттуда, с горы, и накатился. Они вокруг него придумали такую историю. Кстати, заметил, в горной местности снег почище. Да, кстати, здесь снег почище, чем, блин, в городе и в районе. Вот, казачий камень, конечно, плохо видно. Сейчас будем проезжать его. Блин, солнце светит сильно. Вот он, казачий камень. Да, плохо, потому что замерзло все, вот оно. Ну, короче, историю придумали там. Типа там какая-то казачка скакала и с казаком скакали. И вообще, ее скакали вон по той реке, которую мы сейчас проезжаем. Так, мы сейчас будем подъезжать к горе. Я вам чуть позже покажу.